я хочу повторить. Ты бы туда не ходил один. I just want you extra time. Слушай, and you. Я думаю, тебе лучше пойти с девушкой для непринужденности. Good to know where I am. Ты здесь? Да, здесь, слушаю. If you want to impress me, Горничная поет. Got to be too flirty, mama. I know how to impress me. Слушай, Эдвард, я найду тебе пару. Не надо. I just want you extra time and you kiss. У меня есть девушка. If you want to impress me. Ты лучше узнай, что замышляет Морс. Be too flirty, mama. Я выезжаю. I know how to undress me. I wanna be your fantasy. Well, maybe you could be mine. You just leave it all up to me. Ты не любишь принца? Люблю больше жизни. Ты не стучал? Вивиан, я с деловым предложением. И что это? До воскресенья я здесь, и ты будешь со мной. Да? Да. Найму тебя в качестве помощницы. Ты не против провести со мной неделю? Я плачу, а ты на побегушках. Я согласна быть на побегушках, просто ты богатый, красивый. Ты даром найдешь кого-нибудь. Нужен профессионал. Я не хочу заводить романов. Если на круглые сутки, то это дорого. А, ну да, конечно. Ладно, обсудим. Примерно сколько ты возьмешь? За 6 дней и ночей 4000. 6 ночей по 300 – это 1800. И дни тоже? 2000. 3000. Идет. Ох, зараза! Вивиан, Вивиан, это да? Да, я на работе весь день. Вот, купи одежду. Тебе нужны дорожные чеки. Купи что-нибудь на выход, вечернее. Какое? Ну, ничего кричащего и сексуального. Консервативное. Скучное. Элегантная. Вопрос. Можно ты будешь Эдди? На Эдди не отзовусь. Я бы осталась и за 2000. А я бы дала 4. Ладно, до вечера. Тебе будет так хорошо, что ты меня не отпустишь. 3000, 6 дней, и, Вивиан, я тебя отпущу.